Сейчас Даша будет открывать очередной киндер. И Сёма уже говорит: открывай, открывай. И Боня такой говорит: давай уже, открывай, Даша. Я что-то ближе, что ближе. Ты же приучила их к киндеру. Так все, успокоился. Они хотят киндера, Даша. Давай. Мне киндер не интересен, потому что я шоколад не ем. Но я люблю посмотреть, что там находится внутри. Там что-то собирать надо. Думаешь? О, это мячик дурацкий такой. Мне такой попадался. Что за мячик? Тебе сейчас соберу, покажу. Мячик? Да, это будет мячик. Мне такой попадался уже. Мячик. Я думал, там будет Китти, как нарисовано на самом киндере. Вот. Здесь Китти нарисовано. Какой, блядь, мячик, Даша? И что? И что с этим мячиком делать? Играть. Сейчас я покажу. Играть? Я вот его вижу, даже возьму инструкции, собираю уже. Да. Мне уже инструкция не нужна. А, ну покажи, как им играть. Это Боня будет им играть, но ему это поиграть на 3 секунды, он его погрызет. Да. А, ну и ну, как? Ну вот, видишь, просто мячик такой. Вот это вот? Да. Пиздец. Я тебе покажу инструкцию. Угу. Как-то, может быть, можно оригинально этим мячиком играть? Или нет? Вот показано, как девочка играет. О, да. О, Боня. О, да. Вот так можно играть. Видишь, сейчас тебе Боня покажет, как можно играть. Все, отдавай, короче, и собакам этот мячик. И пусть смотри, они... как можно играть. И пусть они с ним... играются. Боня, неси сюда мячик. А все. Уже тебе он его не отдаст. А Сёме на шоколадку. А Сёма будет кушать шоколадку, как обычно. Сёма обычно а посмотри на этого. В кадре жрет. На Боню. А Боня играется новым мячиком. На. Вот таким оказался киндер. Никаким, блядь, он не оказался. Мячик. Чтобы они еще бутылку положили. Мячик.